7 утра белгородцы по дороге на работу заезжают на место трагедии, чтобы почтить память погибших. Народный бульвар стал сегодня улицей слез. Сейчас дети будут идти сюда, в школу. Конечно, я считаю, плохо, что не поймали до сих пор. Многие родители решили не отпускать своих детей в школу, пока убийца не будет пойман. В лице, где учились погибшие девочки, 14-летняя Алина и 16-летняя Топия, сегодня только и говорят о шокирующей трагедии. Вчера в 2 часа дня, когда преступник устроил разбойное нападение на оружейный магазин, в лице закончили...